Последние минуты перед выходом на сцену. Есть время еще раз заглянуть в сценарий выступления и собраться с мыслями. Финалист городского конкурса «Ученик года» Никита Бондарев считает, что формула победы – это поддержка команды, помноженная на уверенность в своих силах. Помимо того, что у меня есть достижения в этой области будет еще и здесь. То есть, может быть, это даже какая-то возможность доказать себе, что я могу еще что-то, помимо того, что я решаю задачи и играю в какие-нибудь интеллектуальные игры. Оценивала конкурсантов два состава жюри – педагоги и школьники. Взрослые сделали акцент на критериях и пунктах положения, а дети руководствовались эмоциями и реакцией зала на выступление. Самая юная участница Вика Сафронова на конкурсе представляла школу номер 11. Выступать для нее на сцене уже привычное дело, а бороться за звание ученика года, да еще и с такими сильными соперниками – новый полезный опыт и большая ответственность. Чтобы такое масштабное мероприятие такое было, конкурс, я еще ни разу не выступала, мне, конечно, страшно. А сейчас, когда я только с визиткой выступила, мне уже как-то полегче стало. Я уже готова участвовать еще в двух конкурсах. Просто получить кайф от этого, то, что ты выступаешь. Это твой опыт. Вот у меня это первый опыт. И надеюсь, что еще не последний. Яркие номера первого творческого конкурса – это результат долгих часов репетиций и работы над сценарием. После фееричных выступлений с песнями и танцами претендентам на звание ученика года предстояло проявить свои знания в различных областях наук и продемонстрировать нестандартный подход к решению логических задач. Пройдя отборочный этап, стадию подготовки к выступлениям, каждый из шести финалистов с уверенностью может ответить на вопрос, кто же все-таки такой ученик года. Ученик года это тот, во-первых, это самое важное, тот, кто учится хорошо, тот, кто много чего знает, эрудирован. Помимо этого, если мы говорим про этот конкурс, значит, он должен быть артистичен, он должен быть уверен в себе. Победителем конкурса стал 11-классник из 15-го лицея Никита Бондарев. Призерами – ученица 14-й школы Виктория Сухорукова и Анна Храмова из 2-й гимназии. Приза зрительских симпатий удостоился Артем Белавин из 10-й школы. Дарья Цапарыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.